приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я хочу разобрать для вас песню Виктора Цоя, которая называется «Верь мне». Итак, давайте начнем. Вступление разбирать я не буду. Если у вас будет желание, я сделаю это в следующем видео. Здесь я хочу показать вам, какие аккорды используются при игре. Итак, в правой руке мы будем играть вот такой ритм. Это получается вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Можно назвать это шестеркой, то есть это шестерка без глушения. Если использовать глушение, получится вот такой вот ритм. Каждый аккорд, который здесь есть в этой песне, мы будем играть по одному разу, то есть по одной шестерке на аккорд. Итак, давайте начнем. Первый аккорд Е-М. Играем его один раз. Следующий аккорд С. Тоже играем один раз. Далее идет опять аккорд Е-М. Потом аккорд Д. Первая строчка. То есть на первой строчке мы сыграли с вами аккорд ЕМ, аккорд С, аккорд ЕМ и аккорд Д. Сейчас я вам спою, как у нас идут слова на эти аккорды. Оглянись, это драка, и справа на отдых. Лишний. Видите, на последнем аккорде Д мы уже начинаем петь вторую строчку. Лишний день. Ну, на слове день мы уже ставим аккорд Ашем. То есть это начинается, вот у нас вторая строчка, с аккорда Ашем, грубо говоря. Хотя петь мы ее начинаем уже на последнем аккорде Д первой строчки. Итак, продолжаем. Идет следующая строчка, вторая. Мы играем аккорд Ашем. Это баре на втором ладу. Далее вторая на третьем. И четвертая с третьей струной на четвертом ладу. И здесь мы играем тоже один раз аккорд Ашем. С один раз, потом ЕМ и аккорд Д. То есть, если сравнивать первую и вторую строчки, разница всего в одном аккорде. И заключается она в том, что в начале, в первой строчке, мы играем аккорд ЕМ, дальше у нас С, ЕМ, Д. А во второй строчке вместо первого аккорда ЕМ мы играем аккорд АШМ. Далее точно так же, С, ЕМ, Д. Вот. Можно сказать, что одинаковые, за исключением одного аккорда. Итак, я вам показал первую половину куплета. Далее идет вторая половина куплета, она играется точно так же. То есть те же самые аккорды. Мы играли первую, вторую строчку, третья и четвертая строчки играются точно так же. Что касается припева, играется точно так же, как и куплет. То есть те же самые аккорды ЕМ, С, ЕМ, Д, ХМ, С, ЕМ, Д. Точно так же. Тоже две одинаковых половины. Первая, вторая строчка на этих аккордах и третья, четвертая точно на тех же самых аккордах играется.